Создавая творчество, создают семью. В детском доме «Звездный» подвели итоги областного конкурса среди замещающих семей «Профессия родитель». Свои креативные работы представили семьи, которые воспитывают детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Здесь самое главное – семейные конкурсы. Это очень важно, потому что в детях формируются очень важные для них навыки. И, кстати говоря, не только навыки что-то делать своими руками, или мастерить, или сочинять, вот, но и хобби, потому что это очень важная часть жизни человека. По итогам конкурса лауреатами стали 16 замещающих семей. Трех победителей назвали в номинации «Дебют». Это семьи, которые взяли на воспитание детей совсем недавно, меньше года назад. У нас более 3000 детей, которые являются детьми-сиротами. 85% от этого числа у нас воспитываются в замещающих семьях или находятся под опекой. Это, ну, очень хорошие показатели. Награждение превратилось в большой и по-настоящему семейный праздник с концертными номерами, чаепитием и задушевными беседами. Мы заменяем родных, родственников детям и стараемся сделать все для них. И спасибо вот всем приемным родителям, которые творчески подходят к воспитанию детей, проводят с ними разные... Вы видели, какие поделки они делают удивительные? То есть творчески относятся к своим этим обязанностям. Этот конкурс, как поясняют организаторы, нацелен не на соперничество. В первую очередь это способ объединить семьи и показать детям, что они с родителями одна команда. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.